только что отыграл свой эксклюзивный сет диджей Никита. Никит, как впечатление, как публика Z17, как люди в этом году? Не, ну я вообще рву любой танцпол. Сегодня публика была так, на четверочку на самом деле. Я оставил самые главные хиты где-то для открытия, наверное, на первое число. Насколько я знаю, что ваши сеты можно услышать только здесь. Это эксклюзивно, и это бывает только раз в году. Конечно же, да. Сегодняшний праздник посвящен дню рождения Коли Буду, моего друга. Он не связан с буддизмом, его спрашивают: Коля, ты будешь? Он говорит: я буду. Вот, это мой лучший приятель, и я для него играл эксклюзивный сет. Я это делаю не ради денег, только для близких очень людей. Я вас понял, я думаю, Казантип ТВ присоединяется к поздравлениям, счастья, здоровья имениннику, и пускай будет всегда здоров. Да. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вот люди, у людей, Z-жителей, бытует мнение, что люди, которые попадают сюда, у них меняется полностью ощущение жизни. Как вы думаете, почему это происходит? О. То есть люди чувствуют все по-другому. Вы знаете, это пространство создано мной для активной какой-то коммуникации, для каких-то творческих проявлений. Здесь каждый человек может сделать то, что ему в обычной жизни сделать не удается, если он захочет. При одном условии, только захотеть, и все. То есть здесь сбывается желание, конечно, прямо он может стать министром, может стать диджеем и так далее. Это какие у кого желания. И еще у меня есть информация, что в этом году сюрпризов будет намного больше, чем во все годы предыдущие вместе взятые. Это правда? Ну, я не беру в расчет как бы лайнапы и наши подарки музыкальные. Я думаю, что, ну, о подарках не принято говорить заранее. Да, то есть надо просто ждать. Конечно же, оставайтесь с нами. И такой маленький вопрос. Как вы считаете, куда в первую очередь настоящий гражданин Республики Казантип должен отправиться при попадении на территорию? Первым делом? Первым делом. Вот я зашел на главную аллею, я только спустился. Куда надо пойти? Вот в море. Куда вы идете? Надо в море раздеться полностью в море и остыть слегка. Надо выбросить в море мобильный телефон. И после этого вот вы станете самими собой. Это главное мой рецепт.